Полюбившаяся жителями Московской области премия губернатора «Наше Подмосковье» в этом году не состоялась. Ситуация с пандемией внесла свои коррективы, но организаторы нашли выход из ситуации. Премия «Мы рядом» – это поощрение людей, которые бескорыстно пришли на помощь населению в непростой период борьбы с коронавирусом. Врачи, волонтеры, благотворители от Ленинского городского округа заявки подали 66 человек. Это люди, которые... в обычное, так скажем, и в спокойное время, да, помогали. Но пандемия их сплотила, и они посвятили себя помощи тем, кто оказался на самоизоляции. Четыре номинации. Самое популярное – волонтерство и благотворительность. Больше месяца компетентное жюри рассматривало заявки участников, и на днях стали известны результаты. Ленинский городской округ оказался в тройке лидеров по количеству лауреатов среди муниципалитетов региона. 9 победителей, в их числе руководитель общества инвалидов Наталья Рящина. На выигранные деньги она мечтала отвезти подопечных в город на Неве. Посетить Исаакиевский собор, Петергоф и даже просто побродить по улицам Петербурга. И вот эта мечта, которая натолкнула на мысль, что мы должны участвовать в этом конкурсе. Мечта Натальи осуществилась раньше, чем были опубликованы результаты. Теперь деньги она намерена потратить на другие нужды общества. Сумма выигрыша – 1 миллион рублей. Его получит каждый из 180 победителей премии «Мы рядом». Участники от Ленинского городского округа проявили себя в номинациях «Волонтерство и благотворительность» – 5 человек, «Медицина» – 2 лауреата, столько же в номинации «Промышленность и социально ориентированный бизнес». Один из призеров – предприниматель Владислав Рымша. По его собственному признанию, в премии принял участие не ради денег или славы, а чтобы о добрых делах жителей нашего муниципалитета узнал весь регион. У нас в округе есть люди, которые действительно болеют душой и сердцем за жителей этого округа. И я думаю, что об этих добрых делах нужно рассказывать и показывать чаще таких людей, чтобы другие люди заряжались и могли бы, наверное, повторить то же самое, только уже самостоятельно. Низкий поклон врачам, которые стоят на страже здоровья. В период пандемии общество осознало, кто истинные герои нашего времени. Премии «Мы рядом» в Ленинском округе удостоились заведующий офтальмологическим отделением Петр Бакшинский и главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова. Поздравляем лауреатов с заслуженной победой. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.